Чё, сколько душ? Ну, сейчас. Говорят, что души идут, все зашли внутрь. Побежали в другой край. Сейчас будет с этих тысяч. Медведь слева ловишь, я справа. Трэш. Так вот, зайди. На Синдре там волна вот это зарешает. Малый будешь хилить, танков мы вайпимся. Сейчас подбегут что-то. Это же все понимаю. Ешать можете, блять. Ну поаккуратнее. Ближе подойди. Че, друг, тебе надо бежать. Прибегать сюда и бить. Зря мы их тут держим, блядь. Их нельзя в рейде держать. А мы их не в рейде держим. Надо центр. А, турбо еще у нас. А зачем-то? Кто сказал, что бежать-то? Сейчас он запустит новый ивент и все, ёпта. А как он его запустит? А он уже запущенный. Это все, что идет, это один. Сейчас выйдет и все заебись будет у вас, ребят. Когда я сюда. Ну было у нас такое дело. А, да? Не знаю, не видел такого. Мы прибегали. Давай, справа, я слева, ты и все. Дресс эти по-моему. Продолжается этот ивент. Я имею в виду, когда Шреддер подбежит, может. Какого? Так в комнате не заходит еще. Или заодно протестить. А чего не сводите их? Ну хочешь мы сидем, будешь лежать. Дайте щита прожму. Угу. Ну что антимагика тут спасет, да? О, души пошли. При том, что я без топорика нормально. Так вот где можно души фармить, да? Все равно они хитро, блядь, сделали. Что только с них падает душ, чтобы не с пауков фармить. Шреддер заходит в комнату. Ну бля, если починили, будет заебись. Что починили? Текущий бой изменился странно. В смысле текущий бой изменился? У меня стоит текущий бой, и он менялся, то есть либо выход из боя, либо и. Ну, выход из боя есть здесь, да. Перед каждым этим выходом этих хуёв. Давайте всех с первого трая и по домам.
победим, да? Стрел один косарь, блядь. Показать, как собирать? Тебе стрелы нужны? Ну, косарь бы не помешало бы. Или два же два. Сколько у тебя в сумке? Кого? Мест. Место под стрелы сколько в сумке? Полно. 32 слота? Будет. А 50? Навряд ли. 40 есть. Хай за мной арава бежит, сука. Не забудь про него. О, собрал. Готов всего ешь, остальные пожду дам. Пусть дойдут, не трогайте, пусть дойдут сначала. Бля, пусть на ловушку, во. Сдал шива. 75к, хуя там, блядь. Чё творишь, где? А души-то идут? Идут, блядь. Не манюха, блядь, 75к. Чё, давай, сколько душ? 972. Кот больше всех даст. Чё, всё, хватает. Ну чё, я зря, блядь, 28 сотов брал, что ли? На, забирай, блядь. Да, устан, пум-пум. Боет. Чё? Аэроски будут еще на этом КД? До спятки? Не знаю. Планирую еще одну собрать, но будет видно. А у тебя кто четвертый кат из пробы? Холибан. Или ты у меня спрашиваешь? Да оба здесь, я так. А ну стан дай. И там тра душу забрать, сука, нам. Да ведь эту хуйню станить можно, да? Она этот, когда, блядь, при этом она быстрее кидает руны. Хуже, точнее. Корнюй, Томми Рот, когда будет взлетать. Не корнюй. Надо. Не надо. А быстрее, блядь, в этот хуярит. Нахуя? В деле уже было уверено, ёпта. Просто меньше лететь им до пола. Опускай. Твой корень. Он плавает в бетоне, хуя. Это какой-то фир кинул? А вообще не то лучше. Пока что. Такой нахуя просто. Не отпускает его. Все, он наш. Говорят, Фере нельзя ложить, да? Почему на него чума не действует, вообще не ложит? Даже кровотечение не действует, что ты понимаешь. Ну так а чё ты думаешь, что он этот такой? Он же костяной змей, блядь. Какая чума, нахуй? А Синдрагосу, значит, действие, да? Ну она типа полуживая, нахуй. По такой логике, тут на нежить вообще не должна чума работать, во всем сумке.
Чё ее отпустили? То, что мертвым умереть не может. Слушай, ходите. Держали, держали, взяли, отпустили. Так хочет тоже погулять, что он не человек, но... Ну не, не человек, но, блядь. Нежить. Нежить я тоже люди. Насморк. Бывшие люди, да? Это кто этот? Визирион, да? А, ее станет можно. Это как ты чаш сделаешь, если ты с пола вставал? Ну я ногами вперед. Вот я про это же. Ты видел чаш такой упал и ногами вперед просто рывок. Ну так я вот про модельку и говорю. Ну классно. Да чё вы стреляете его? Вот за это я люблю. Видите, у него хребет хрустит нахуй. Чё вы его пуляете? Да. Чё вы еще не пугаете? Зачем? Вара хоть тебя прокинешь, он все равно чарж делает. Да ще хуя. Как удар Ван Дамма. Чак Норрис, блядь. Чак Норрис вроде одной ногой. Тыкнул. Жан, Клод, Ван там, сейчас выйду с ним четырем пизды дам, и Жан, и Клод, и Ван, и Ван, да? Клыкач тыкнет на там турбо стол ставит. Я как вначале взял 60, так и... А, в натуре твоему на душе красно. Чуть забыл, да? Штругели возьмите. Стол ума. И успел. У меня просто разве чем нет плюх. Я просто разве здесь нужен, если класс сделать на нее, блять. Да, нужен. Ну ДК проще всего вам, да, печально, да. И ДК нужен. Там ДК там на все дыхание можно панцирь оставлять. Ну жатву набирайте. И отойди лок оттуда. Да. Ой, Лок, тактику знаешь, не знаешь? Лак надо обновить 30 секунд. Ну, я и убивал раньше, я же говорю, я последний раз на дальше сурфа был года 3-4 назад. Если здесь что-то отличается от стандарта, да, его в циркл, то можете рассказать. Ничего не отличается. Только глыбы, если поставишь очень близко фрейм босса, она начнет, блять, колышматить эту синдру как дуру. Поставьте ему одну метку на вторую фазу. И все. Две метки, поставим лево-право, лево-право, то и все. Сапрот тебе давать? А нахуй надо? Хотя... Давай. Раз просто не знаю, что можете... Там пизду туда, пизду сюда, один раз я запомнил. Освобожденка на тебе есть, так и не набираешь, значит тебе шотник. Ну, много не набирай. Если ты ткань 4 можешь максимум набрать. На второй фазе вообще 2 максимум. Желательно вообще не набирать. Сейчас синдру лича убьем, у нас еще минут. В кэме вообще не надо набирать. Че можно было? Метки. Давай оперативный тук. На второй фазе. Первая в звезду, вторая в треугольник. И так чередуем. Первая влево, да? Там, первый, да. Я пошел уже. Все, хилимся. Жрем. Ты будешь держать? Да, я буду. А ты не сдохнешь?
Не. Ух, ё, пошёл. А хил рейда? Ты собираешь? На пол навара делай. Агро. Угу. Давайте падаем. Падаем. А на пол кого дал? На хаб, посмотрю, бля. На мидвей дал, я думал, вон там. Нормально, чё. Что-то постоянно меняешься, блядь, у меня один фокус и всё. Повернись спиной, быстрее упадём. А, там тотемы, блядь. Хуёво, я диван, конечно, дал, наверное. А, тут он сейчас убьёт, всё, заебись. Масрез, давай, бузер. Давай я подержу, нахуй. А на пол тебя дали, ты чё ты хочешь, блядь? Да я бы так агро с тебя сорвал. Хочешь, давай я так покажу. Да нет, так бы а не сорвал бы ты агро. Ты бдилку над трубой создал, да? А, у него же нет. А, есть. Да нет, с бдилкой никто бы не сорвал. На мастер. Ну чё, ты держишь, я держу. Быстрее. Я люблю. Всё, на пол, на мастер. Мне надо DPC выносить, нахуй. Рыбу ставь. Ну, мне посоветовали, я купил, в чём проблема-то? Да, она много даёт, она даёт ей блок от силы, блядь, и даёт это. Конечно. Агро на пол. Плюс на мак. Я, блядь, другие свитки нахуй. Ой, манускрипты не уважаю наполовину в танков, ну. Все, запускаем. Сели, жрём мы. Что, на середину её ставить? Вот поставлю на середину. А, тебе же еще это давать. Свободу, блядь. Фридом, да. Вару, не надо ничего давать. А, ну, блядь, ничего. Вмешательство делаешь и все. Пиздец, ну ты как-то криво у вас ее ставишь. Ты не затыкал, это как тогда, как Алиса ловила. С освобожденкой много стаков не набираем, ребят. Это Мирот, это тебя тоже касается. Лок. Лок, 8 стаков. 9 стаков. Следи. Чё, мгновенки как тоже, что ли, стакали? Конечно. Сори, тот друид. Без инфу дал. Аккуратненько со стаком. Бежали. Да-ка я прожил. Дал шивы? Ай, сказал бы, что дашь шивы. Поставь только нормальную. А чё, символ дали, не? Ой, свиток. Чё, выносливость-то на... Заход метки. Бойзер сюда. Чё, вы чё, блядь, в хайме нахуй, что ли? Не бейте только их сильно, у них так мало хп. Да. Ой, что поливать? Фигарьте. Я-то не сдохну. Да, его сейчас, наверное, добьёт доты. Стоп, нахуй, там, вообще... Ну, дотикает, значит, дотикает. За правую перешли. По луку уже, вон, бомба не башит. А, 2 КХП, слышь? Не готов. Ну, 80 КХП, сейчас топать не доспевает. Он не доспевает быстро, ебать. Совет, курик, ебать, вот с турбо, нахуй, где-то я ебу. Там доты почти добили. Турбо, а ты чё, глыбу прожал? А, от чего прожал? Соблажанку скинул. А, полностью, что ли? Угу. Значит, она, если глыбу прожимаешь, она полностью снимается с тебя, да? Да. О, заебись. Так же, как и бабу. Правда, он тут наполовину кон не вешается. Ну, чё, даёшь, я... либо я даю? Нет, давай ты, потому что у меня КД. Ебать, она меня замедлила, нахуй.
можете дать с этот. Не, не надо. Но я все равно даю. Веришь в силу про товара? Да ну зачем? Бегать удобнее будет. Лук укач. Слева близко, быстрее забегаем. По левой стоп вообще нахуй никто не бьет, даже автоатака. Не бейте глыбы, вообще лучше. За бетами следите. Бейте левую еще. Ну вот, все. А эта хуйня сносит. Мастера на фул подомить. Танк. Да что ты цепухи-то кастуешь? Давай волну. Быстрее, я не понимаю. Бузер, давай этот по соло таргету. Дальше. Быстрее на потом. Зачем танк ты кидаешь этот, блядь? Цепуху, я не понял. Вот нахуя? Ты сейчас в соло таргет кидаешь цепуху. Бузер. Не умеем за шаман играть. Бузер, войд. Бузер, дальше. Бузер, чуть-чуть, не стесняйтесь. Ну, 46%. Да? Я вот так вот сейчас буду вставать, погоди. Где? Во. Ха-ха, по мне не бросит. Стоп, склеп. Склепы вообще руки убрали нахуй. Склепов, блядь. Бля, лопнет сейчас. Ничего, это по четвертому. Ты будешь вторая фаза. Бузер освобожден. Лок, аккуратней с освобожденкой. Танка держи, пока. Дальше малый, сука, хилит. Ни одной большой. Ты что, гонишь бузерна? Ни одной большой за весь бой, на. Дай массакру. Антон. Готовимся, вторая фаза. Первая глыба в звезду. Надо ушивая нахуй. Плыкач. Угу. ПБЛ чё? Не надо. Центр освободите, шестрая глыба в центр. Прохил танка. Забирай. Забрал. Шедан центр. Сука. Нету. Ничего нету. Убегайте. Ничего. Лока, ты чё, портал не мог? БР его. Мирот налево. Хотя я не могу скинуть еще с такими. Ладно, сбей. Ну, ничего, бей. Нормально. Поднимать надо. Сбейте. Быстрее разбили, блядь. Сейчас заберу бузер центр. Уходи. Вы станьте за глыбу сразу. Ясно, минус хил. Че не прохилился-то? Место есть? Прохиливай, мана залейте, мы... Танка, подними танка. Влево. Стаки, скидывай. Меня когда нахуй? Блядь, ну...
Кто-нибудь из ретриков кидайте желтую джагу. Ну, у нас ретриков нету, бузер. Выбирай с панели, малыш. Шредер, ретрик. Пусть желтую джагу кидает, легче будет хилам. Да я буду кидать, он пусть на ману кидает, иначе по мане просядет. Бузер, кто тебе, блядь, рассказал хилить только цепухой, нахуй? Я вообще не понимаю, зачем ему цепуха здесь, если он с ретру хилит. Ему подымать танков и метки, все, что ему... Склепы на холм поднимают людей под метками и танка. Все, есть ирдрук, который поднимает рейд. Бузер, ты тут? Бузер, ты в Дисе можешь говорить? Бузер, перед тем, как юзать волну исцеления, быстрее руну накидываешь, что она будет быстрее каситься у тебя. И волны поднимаешь танка. А если... Тут вроде не пашет эта херня. Тамирот, это не пашет. Не пашет? Не пашет. Почему не пашет? Я что-то уже не понял. На этом сервере не я пашет. Проверял, не пашет. Что, ускорение волны не пашет? Нет, не-не-не. Виду... Если в мишку прыгать. Нет, не пашет. А, вы про мишку. Ставлю рыбу. Бузер, ты можешь ответить? Мы тебя спрашиваем, а ты молчишь. Это как-то некрасиво. Ты можешь общаться с людьми, пока с тобой мы общаемся? Вообще в Дискорде? Да, в Дисем. Эх, уж служителей на втором месяце, это, блять, как нахуй? Малую волну исцеления выкинь. Вместо нее хилится волной исцеления, все. Малую волну исцеления можешь нажимать, когда ты не в рейде. Скажи мне, пожалуйста, ты хилишь хилботами или через так фреймы нахуй какие-то? Нуха на первом месте, где она не нужна. Она просто тут, сука, ну не нужна. Смотри, если ты видишь там танк, ты никогда цепухой не хиль танка, особенно на синдре. Не хиль танков там, где возле танка никого больше нету, потому что это просто смысла ноль. Захиливай этой. Быстреной цепуху давай, когда рейд проседает, а так хиляй танки и метки, все. У тебя эрдру есть, который эрдру похилит, должен прохиливать полностью рейд. Так, Байер через 7 минут будет только. О, аккуратней. Так что не умираем. Лок, поставь тут портал, блядь. Вот где я прыгаю. Я понял. Так, вопрос. А стаки от чего набираются? Что-то я не отрубил. Освобожденная магия. Если на тебе освобожденная магия, после каждого каста и каждой доты вроде бы вешается стак один. После каждого магического, этот, твоего каста, то есть магического спыла, на тебя навешивается стак. Первый, один стак, два к дамага, два стака, четыре к дамага, и ну и так по возрастанию. Далее. На второй фазе у тебя настакивается таинственная энергия. Таинственную энергию настакивает как босс, если ты смотришь на босса. Ее этот стак можно скинуть только в случае, если ты зайдешь за глыбу, там пройдет время. То есть ты скинешь этот стак. Таинственная энергия, когда на второй фазе, ты освобожденку старайся вообще много не стакать, потому что таинственная энергия повышает магический урон на 15%. Один стак. 2 стака 30%, 3 стака 45% и по возрастанию. Все, понял. Я тебе не приталан, говорю, быстрена вроде... Я знаю, там кто-то просто говорил. Так, все, да. Тут... Быстрена вроде это, 10% физухи снимают. Ой, все, все тут пуляем. А че, баф стамины-то есть? О. Все есть, успокойся, только напоминать. А то я паладин, а то я вам тут станку фигарю. Я ретро-паладин, а я ретро-паладин. Там у бафа один. А где агро? Я, блядь, не ДК, она что-то сразу, сука, идет нахуй в рейд, въебищу. Нахуй, блядь. Так ты кинь в нее этот кроссовок. Я кинул на. Палку кинь. Или таун прожимай. Все, блядь, прожал. Ну, сука, ушла туда. На, потом бы сальву дать. Надо просто неистово, походу, тыкать, блядь, клавиши на какую-то аграна. Тыкается одновременно топор
стаун там. А ты пора нету когда? Ну таун-то нету. Ну топора не знаю, вроде. Амирот, турбойс. Ну таун-то точно нету. Поближе, поближе, стань. Ну так, нормально. Склепы, фул, стоп. Дай правый стоп тоже. Лок, лок, ты что? Аккуратнее. Прохил лока. А, все хилы в этом, что ли? Нет. Лок, старайся спрятаться полностью своим персонажем за глыбу, потому что иначе бомбы удаляются, дымак по тебе проходит. Когда воздушная фаза. Четыре плюхи. Бы стало нормально, но... Ну, старайся. На Гере это будет фатально. Приходится с такой барожонки скидывать, ёбаный вот. Танку не надо скидывать. А, я увидел в этих, блядь, Вов Рейдер, нахуй, там танк танчил вар, блядь, и скидывал стаки, нахуй. Ну, если слабый совсем. О, аккуратней. Дай масок. Да. Дыхание 14к, нихуя себе. А если тут сопроты перехила, их освобожден, будет меньше бить? Должна быть меньше. Да, да. Стоп, а чё я, блядь, сделал, на? Чё? А я, походу, саппорт поменял на хп фласку, да, блядь? Ну, на. Если сейчас не в глыбе будешь, я тебе дам обмен. У тебя фрост шмота нету? Алло, да. Автолок. Где ты там? Блин. Мастер, прячемся. Смотри, и этот ГБ. Левый, стоп. ГБ открой. Чё ГБ? Поставь ГБ. Только быстрее. Уже не успеваю. ГБ поставьте. А, в бою нельзя. Можно. У меня просто когда. Вот третья взлетка еще. Ну ладно, я нельзя, я не могу поставить. Ну я без сопрота нахуй постою, ничего. Я два только брал. У меня флешмот есть, магического удара есть. Так что нормально. Аккуратно с обморожением тоже, не напрягайте хилов, ребят. Есть шивы? Да. Одиннадцатка. Восемька только поглотила. Сопрот вообще нету смысла, блядь. Сопрот есть смысл, почему? Восемька, восемька, это может для тебя фатально быть. Восемнадцатка. Локл кач. 18 поглотил? Близко друг к другу стоите, дамаг. Не, 8к поглотил. Там же еще по процентам прокает. Шая глыба, ну, 22, 28 без сопротов. Ну, 6к с костюма. По левой, стоп. Лей по правой, стоп. Там же этот сопрот так работает, он может прокнуть больше сопротивления, а может меньше по процентам. Что-то в войке. Там округляется. 23. Сука, беги сюда, блядь. Может, все-таки Геру с пола лучше, да? Нет. Или после первой притяжки. Оставим на 2 ляма, на 2 ляма дадим бурс, нахуй.
Блять, через 7 минут, нахуй. Давайте хотя бы синдром надо закрыть. Фаза 2. Первая звезда. Лок, в звезду. Лок, влево. Быстрее, быстрее, в звезду, в звезду, в звезду. Угу, молодец, не слакай. Собирай или ты скидывай? Скинул, скинул. Забрал. Выкач на центр. Ага. Лок, центр. Отойди, блядь, ну ты чё? Центр, не подходи. Вот так вот в следующий раз. Потому что метки, видишь, 3D стоят. Одну налево выносит, одну направо. Отдал сакку на всякий случай. Не разбирайте глыбу. Не-не-не-не-не. Глыбу налево. Артро, отойди от меня. Тоже кто там крест рядом? Ты чё? Ты чё совсем не соображаешь? Голову включи маленько. Это был крест. Я отошел, но не получилось. Блять, на мне метка. В центр уйдите. Разбили метки, быстрее все. Пожмись. Балшивы. Мы потеряли ДПС босс из-за тебя, лоб. Сейчас опять центр? 2 минуты, да. Ты почти 3 минуты доберешься. Шедер. Блять, хуёво, вот так вот. Нормально вроде, да, стоит? Шедер разве... А ты прикалываешь, забери, иди, забери иди, босса. Иди, иди, иди. О, ходи. Иди, иди, куда идешь. Это надо было центр. А надо было, я бы не успел. Надо было в центр, мастер. Аймас, Сакра. Нету. Разбили, разбивайте мы. Быстрее, там хил. Бузер, задний. Дал прожимку. Не идите в тотем. Возложение кинь на себя. Хиль его, шаман. Я не возложение, я не возложение. Брат. Я продал этот. Прожался. Клыкач, налево. От звезды отойдите. Поднимите клыкача, минус. БР есть тут у Мирона. Лучше клыкача поднять. Мирон, поднял. Захил его, фулбаф дать. Мирон, на центр. Отходи, Бузер, отошел! Блять, ну, молодцы, ну ребят, ну что вы издеваетесь или что? Все, падайте, мы будем добивать завтра. Вы, ну, не понимаете, что здесь происходит. Лок, шаман не умеет играть за свой класс. Прочитайте сначала способности своего класса, посмотрите тактику на Синдрагосу, на Лича, потому что вы пришли сюда, вы не знаете, что делать. Ну, заодно проверили. Ну, у вас паника началась, сразу видно, вы здесь не были ни разу. Кто там и не играл, сколько-то это все бабушкам на лавочке будете рассказывать. Вы приходите в следующий раз в рейд, готовые, с тактикой, прочитали свой класс, приготовились, расставили кнопки так, чтобы было удобно их нажимать, а не так, что вы смотрите в небо. Ничего не делаете полезного. А, на завтра. На сколько? Давайте. Время. Ну, блять, я где-то буду в 2. Ну вот, на 2 и будем ставить. Поставишь что? Ставьте на 2 часа. Я создам сейчас. Блять, через 3 минуты уже РТ. Сука. Да там сбор будет полчаса, нахуй. Да чё, мне собирать-то, ёпт. Кто-то другой себе. Так, ладно, всё, всем спасибо, завтра до проноса. На сколько там уже? Я поставлю сейчас на 2. Блять, а ты скрин делал рейда? Зачем, ты хочешь ИП давать? Да, за десятки уже нет. Есть видео. За профа. Не, мы не даем за профа тоже. Да? Да. Ну, все тогда. Смысл? Начнут опять возникать. Зачем за десятки ИП, это обучающие? Я бы давал. Ну, не знаю, вот, не знаю. Эти рейды спонтанные. Если только в РТ прописано. Спонтанные, они стоят всегда в РТ, нахуй. Не, вот сейчас она в РТ висит, да. И каждую неделю, посмотри, открой календарь, каждую неделю у нас стоит РТ. Десятка, да, есть.